В Твери стартовал форум Общественной палаты Российской Федерации сообщества. Его темой стал общественный контроль как инструмент позитивных изменений в обществе. Члены Федеральной и региональной общественных палат, руководители НКО и эксперты обсуждают вопросы, актуальные для сферы услуг нашей страны. В течение двух дней на площадке форума проходят секционные дискуссии, проектные сессии, мастер-классы, круглые столы, питчинг-сессии, семинары, тренинги и рабочие совещания. Мероприятия пройдут в рамках 5 секций, таких как общественный контроль, региональные приоритеты, некоммерческий сектор, туризм в Тверской области и социальное проектирование. Акцент форума сделан на обсуждении вопросов, касающихся возможности гражданского общества осуществлять экспертизу и контроль в сфере реализации национальных проектов и социальных положений послания президента страны. Разные секции, интереснейшие спикеры, вот взять там Ространадзор Владимир Белозеров, в прошлом он был министром МПС, знает систему изнутри, уже 15 лет он, скажем так, вот в общественных, ну как общественных, и починок, и Григорьев, самые разные сферы, самый разный опыт, самые разные НКО. Надеемся, что мы получим и обратную информацию, обратную связь из наших субъектов. Особое внимание эксперты также уделяют знакомству региональных коллег с лучшими федеральными и локальными практиками в сфере социальной медиации и инцидент-менеджмента и обсуждению роли региональных общественных палат в укреплении гражданской солидарности и реализации важных социальных инициатив. Одна из сессий работы форума была посвящена общественному транспорту, и Тверской области есть чем здесь похвастаться. Вот уже больше года в Верхневолжье функционирует новая модель пассажирских перевозок. А не так давно члены общественной палаты региона посетили Верхневолжское АТП. Мы показали, как предприятие работает, в каких условиях работают наши водители, рассказали о наших системах, конечно, и провезли по маршрутам, показали, как работают все системы в реальном, а также и платежные системы. Члены общественной палаты удовлетворились работой транспорта, но мы продолжаем идти дальше. Было принято решение проводить очные встречи с пассажирами и на этих встречах уточнять пожелания и, если есть нарушения, их устранять. Отметим, что форум сообщества ежегодно проводится Общественной палатой Российской Федерации, начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, активизировать развитие гражданского общества в регионах. Наш форум сегодня ограничен, казалось бы, одной только тематикой – общественным контролем. Но посмотрите, как многопланово мы будем обсуждать общественный контроль. Общественный контроль в плане ЖКХ, общественный контроль в избирательной кампании, общественный контроль в среде человеческого обитания, экологический контроль. То есть, вообще говоря, и вопросов будет очень много. И я думаю, программа будет очень насыщенная. Работа форума продолжится в четверг, 10 июня, в программе работы секций и чествования волонтеров.